Здравствуйте, дорогие амичи. В жизни нашего города было масса удивительных событий. Но есть события, которые являются не событием одного дня и одного года. Я хотел бы сказать о войсковом празднике Сибирского казачьего войска, который проводился каждый год 19 декабря в день Николы Зимнего, потому что Николай Угодник является покровителем Сибирского казачьего войска. И вот это торжественное событие ежегодно проходило на площади перед Никольским казачьим собором. Мы знаем, что Никольский казачий собор является главным храмом Сибирского казачьего войска, где в этом храме служил торжественный молебен, затем совершался крестный ход, затем было построение казачьих частей, где зачитывались памятные адреса, поздравления сибирским казакам, после чего происходила торжественная пальба из пушек, проходили массовые гуляния на площади перед собором. То есть мне вот нравится это событие тем, что на протяжении всей истории Омска это событие происходило каждый год. Вот для меня, как для творческого человека, это событие является источником вдохновения, потому что это не событие одного дня, а вот как бы связь времен, которая проходила на протяжении всей истории города Омска и истории славного сибирского казачьего войска. И это проходило до последнего дня, пока было не упразднено само существование сибирского казачьего войска. Но слава богу, что эта традиция сейчас опять возрождается. И 19 декабря каждого года в Никольском соборе проходит праздник Сибирского казачьего войска. Искренне ваш, художник Сачивко.